Это турнир, наверное, у поляков. Новогодний сейчас. Я не слежу, там можно на сайте VCL, World Cossacks League, посмотреть. Наверное, там что-то есть, кто прям упарывается в эту игру. А я так, по фану, вместе с вами, потихонечку. Сейчас съездил вечерком. Посмотрел Audi Q3. Ну, тест-драйв сделал. Взял в каршеринге машину. На полчасика там недорого, 400 рублей прокатиться. Съездил. Ну, первая неудачно попала, там чек энджин горел. Пришлось ехать за второй. Ну, нормально, чё. Новые эмоции. Новые впечатления. Эндрю. Плюс, плюс, плюс. Link на уход из Эндрю. We'll see. Это не так у меня опять, что не знаю, конечно же. Можно на 4 фазы поставить. Вот 100 стрельцов. Так что это ваша тиммейт Ингланд.
Three town halls. All fine. Наши соперники развиваются так себе. Так что есть небольшая вероятность, что все будет хорошо. Но это не точно. Это не... Железо мало. Дерево никто не добывает. Надо срочно исправлять. Камень тоже. Короче, пока расскажу вам, пока мы тут развиваемся, про Audi Q3. В общем, что меня как бы напугало. Завел двигатель. Ставлю заднюю передачу, чтобы отъехать. Потом понимаю, что мне надо разобраться, где дворник, потому что ничего не вижу. Задний дворник, чтобы включить. Ставлю на паркинг, и мотор глохнет. Я сначала в панике, думаю, что такое. Ну ладно, выключил двигатель. Ну, зажигание выключилось, он включил, он завелся. Я сдал назад там. Поехал. И, значит, на первом же светофоре останавливаюсь, и мотор снова глохнет. И я понимаю, что это не мотор глохнет, а, ну, так настроена система экономии топлива. То есть, как только ты останавливаешься, какое-то время стоишь, автоматика глушит двигатель. Вот как бы и все. Ну, то есть способ экономии бензина такой. Преимущественно двигателя. В принципе, нормальная машина. В общем, ну, ничего сказать, но я не мог там как-то превышать скорость, чтобы проверить его немножечко разгон. Ну, до 60 со светофора разогнался, попробовал, да, так мощность чувствуется, как будто литра 3 в машине мотор, по ощущениям. Вполне себе такой живой. Короче, машина меня порадовала. Вполне. Интересно. Но эта дичь с заглушением двигателя, она немножечко подбешивает. Это единственное, что... Причем она может... Ну, было такое два раза за поездку, за полчаса, что... Встаешь на светофоре, мотор глушится, стоишь, и потом он просто заводится. То есть, ну, ты... продолжаю стоять, а он почему-то решил, что ему надо запуститься. Не знаю, я вообще не понимаю. Ну, то есть он там живет как-то своей жизнью абсолютно. Отдельно от водителя. Вот, а когда надо тронуться со светофора, возникает такая проблема.
что, ну, задержка, как бы. Явная задержка, конечно. То есть надо брать во внимание, что у тебя машина... Ну, 2 секунды надо брать запас, наверное. До того, как стартануть, главное, ты нажимаешь на газ, чтобы запустилось. И потом еще там какое-то время проходит, чтобы она с трансмиссии цепанулась и поехала. Так, ну что, он там не берет? Ладно. Качаемся потом. Больше стрельцов, меньше проблем. Думаю, надо до третьего уровня качать уголь. Да, нужен. Что довольно нагло в нашей ситуации, но ничего не поделаешь. Хочется больше угля. Хочется еще хотя бы одну конюшню поставить вообще-то. А что-то у меня как-то мало железа. 56 рублей, как он такое вилан лес. Довольно борзо. Давайте изготовимся к битве хотя бы. Секундочку, так. Так, немножечко пошлем на домики. Надеюсь, не будет рейда. Я вообще не готов к такой жести. Пожалуйста, не надо. Так, надо конов, да, как-то построить. Ну, порысы ты. Вот это армия, так армия. Ладно. Что-то жесткий такой, блин, капец. Что мне с тобой делать? Хотел бы, ой, промахнулся, то вот так для начала-то. Вот так, так, так. И пошли, а так вот что, я с двух сторон сейчас запрессую, я думаю. Эти тут бочи не заходят. Не тут. Так, вот я сюда пойду. Так, нет у меня железа, да? И железо такое. Не воюется. Так-то, друзья. У вас будет железо, ой, от пантера. Так,
Они там не помню вообще-то. Просто для того, чтобы... Давай тоже запушкаем, и пошлем на перехват. Ой, не смогла. Трясанули тут две стороны зелененькая. Ну, он такой упитанный товарищ чувствуется, да? Все? Как бы. Или нет? Так, пойдем тут подстрахуем еще, братья, для начала. Русского стрела мы не успели, но и в принципе не смогли бы мы его взять. Одной шахты нет у нас. Уже спешим, братья, вернись. Главное еще. Не достроил сейчас. Почему против пики не достроил я? Удаляю. Ну. Можем и пробыть с такими товарищами. Так, все, возвращаемся. Сюда. А мы конюшню какую-то построили, не? Ничего не построили. Почему? Можно построить. Так, блин, опять эти читерские заходы. Не знаю, кто такой зеленый, но реально настырный чувак. Так, все, мы наконец подбились вроде. Смотрите, у меня 56 в угле, 56. И я не могу. За скорострел. Так, мы тоже такие будем строить. Желательно сюда вот. Слушай, так... Откуда у нас столько пики? Что за... Что за фигня? Он даже нормально не развился. Чувак в 2 БЦ играет, напряжение держит. Нет, просто нет. Как-то. Это нереально просто. Ну этот понятно, тут тоже драгоценный.
еще торпеда хорошо играла. Все, зеленый выше. Не посмотрел, кто это был. Это не важно, я думаю. Если повезет, мы доживем до статистики. У нас захвачено яйцо. Это надо использовать на всякий случай. Так. Ну все, у меня топ стрелки и вторая, конечно, еще много дерева, потому что надо много камушек. Вот это веки уже давно особо не парится, да, товарищ. Наверное, бы тоже были видите, но я так сильно ушел в подпачку шахт, что все это оттянулось надолго. Все, блин, тут контрол А просто. Видишь? Вот так. Ну то шо. Выходим, вот уже, ну, особо не надо просто нет в этом. Так, что мы будем делать, давайте будем. Вот это. Фига, как он строит пожар. Да блин, откуда у нас столько пики было? Что за фигня? Давайте посмотрим реплей. Как он Россию-то переспанил? Это вообще жесть какая-то. Вообще не понимаю. Если только какой-то ранний дип. Есть такое ощущение, как три этих было. Понятно. Сейчас просто проанализируем вместе. Просто проанализируем. Вот реплей. У меня было 5 квазара. Что-то, по-моему, под 400 стрелков.
А у него еще больше, что ли, 5? Да как так-то? Разве 5 получается 600 человек? Ничего не. Пики там 280 получается, ну так это не 600 же. Что это такое? Так, смотрим. Как там надо? ВВВ, да? Потом контра плюс. Делаем быстренько все. Отодвигаем карту. Это обычный муб в отрабе сейвера. С одной золотой шахты. Так, вот смотрим. Дип. Да, дип довольно рано. 10 минут до конца ПТ. Да, наверное, за счет рандашей просто получилось вот и все. Тут золото расположено прикольно. Два залпа и нету, да? Золото не качает, уже осталось 3 минуты до конца ПТ. Атаку только качает. Вообще защиту не качает. Кираса, естественно. Какая кираса? Это золото 20. Да, у меня просто 400 рандашей было. 10 пушек и 285. И ничего не в отрядах, просто это было построено так. Вот. 320, 419, 700. И этого не так пошло. И у меня, смотрим. 366. Да, получается, стрельцов столько же, сколько пикинеров. Рандашей меньше на порядок. Рандашей прямо на 300 меньше. Еще и в атаку не решил идти на него. Ну, тут просто я видел, что союзник подходит. Соответственно, дерзко поступил. Если бы я сам принимал, то, конечно, было бы по-другому все. 10 артиллерий, как-никак. Ну да. Вот так вот, ну, мобом, а за счет раннего дипа. Вот у меня дип только тут, а у него аж тут. Вот вам разница, 300 рандашир, друзья мои. Нормально, нормально, я считаю. Молодец. Ладно. Что-то у нас дальше.
никто не играет. Ну тогда эту игру выложу сейчас, а потом я его запишу.